Фразы, которые нельзя говорить Сири. 0 поделить на 0 на английском языке. Число 109. Кто такая Каруна? Что было бы, если бы не было школы? Ты бы не смог сложить ни одной цифры и даже не смог бы ничего сказать. Ты бы не познакомился с классными ребятами и тебе было бы очень скучно. Ты бы не смог фотошопить учителей и смеяться над ними. Что ты больше всего любишь в школе? Напиши в комментариях. Если ты увидишь такое дерево, срочно беги от него. На этих деревьях находятся тысячи пауков, которые очень хорошо умеют прыгать. А очень многие люди боятся пауков. Если ты не хочешь неприятностей, чтобы пауки облепили твое тело, не подходи к таким деревьям. Что будет, если наступить на морского ската? Сами по себе скаты в принципе не очень опасны, и они живут в песке. Но если ты случайно наступил на ската, то в принципе ничего не произойдет, а делаешься легким испугом. Но если ты наступил на его крылья, то скорее всего его хвост вонзится в твою ногу. Ты часто ездишь на море? Пиши в комментариях. Сейчас я прочитаю твои мысли. И чтобы у меня точно получилось, поставь лайк и подпишись. Сейчас на экране появилось табло, на котором меняются цифры. Тебе нужно запомнить одну из них. Теперь тебе нужно сложить цифры этого числа. Например, если у тебя число 15, 1 плюс 5 равно 6. Сделай так же со своим числом. Теперь выбери предмет, который соответствует твоему числу. Например, если у тебя число 1, то выбери гвоздь. Я на все 100% уверена, что это игральная карта. Хотя нет, подожди, это часы. Ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас перед тобой находится картинка. И чтобы все сработало, нажми на лайк и подпишись. Смотри в центр картинки. И как только я скажу, ты отведешь взгляд и посмотришь на предметы вокруг. Предметы начнут расплываться. И при этом ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Давай на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь посмотри на предметы вокруг, они начнут расплываться. Ну и главный вопрос, сколько тебе лет? Сколько лет можно не мыть голову? Мировой рекорд поставила женщина, которая не мыла голову аж целых 64 года. Голову она не мыла с 19 лет, потому что после каждого мытья головы у нее болела голова. И живет эта женщина во Вьетнаме. А зовут эту женщину... Что будет, если молчать целый месяц? А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Первую неделю вам будет очень тяжело ни с кем не разговаривать. Вы все время будете хотеть с кем-нибудь поговорить о чем-нибудь. Во вторую неделю вы постепенно начнете привыкать к тому, что вам не нужно с кем-то разговаривать. На третью неделю вы потихоньку привыкнете, что вы ни с кем не разговариваете. Но вы будете думать, что постепенно сходите с ума. К концу четвертой недели вам будет трудно говорить слова. Ваш словарный запас уменьшится, и вы будете говорить как младенец. Что будет, если океаны станут прозрачными? А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Каждый год в океаны сбрасываются тонны мусора, так что перед вами будет целая свалка мусора. Будет найдено более 10 тысяч затонувших кораблей. Человечество сможет найти более 100 тонн золота пиратов. Ученые найдут более 150 разновидностей новых рыб. Эти слова не стоит гуглить. Три безобидных запроса, которые точно испортят тебе настроение. Перламутровые. Это не только цвет и окрас, но и кое-что другое. Лоскут. Если вы, произнося это слово, представляете лоскутное одеяло или что-то другое, то у Гугла на этот счет свои мнения. Остроконечные. При виде этого слова мы представляем карандаши или что-то в этом виде, но у Гугла на этот счет свое мнение.